Что касается ортопедической реабилитации пациентов, то клиника также этому уделяет очень большое внимание. И на сегодняшний день, скажем так, ведение пациентов, ну, специалистам особенно понятно такое выражение на глаз, оно, собственно говоря, уже в клинике не ведется, потому что применяются и специальные приборы, позволяющие очень точно определять прикус человека, создавать точные нагрузки при протезировании. А в комплексе с врачом-ортодонтом, который работает в клинике, то есть это фактически дело безграничными возможностями для полноценной реабилитации этих пациентов. Безусловно, в диагностике на сегодняшний день без компьютерной томографии невозможно. Поэтому клиника в любом случае при установке диагноза пользуется этими исследованиями, да, для определения, для постановки диагноза у пациента. Ну и ни для кого не секрет, что на сегодняшний день, имея такую службу, как Пикассо, да, мы, в общем-то, достаточно активно сотрудничаем, что позволяет делать более точным и хирургические манипуляции, да и, собственно говоря, прогнозы на наше лечение. Приходите к нам на лечение, всегда готовы оказать своевременную, правильную и хорошо прогнозируемую в результате помощь.